Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Видео из серии «Книга плюс модель», ну или «Модель плюс книга». У меня в руках вторая серия книги Евгения Гречанова «Война в воздухе». Здесь речь идет о японском легком истребителе периода Второй мировой войны А6М Zero. Книга четкая. Содержит 152 страницы. 8 страниц цветных иллюстраций, 25 страниц подробных чертежей А6М всех модификаций, деталировка, компоновочная схема, сечение фюзеляжа и плоскостей, расшивка поверхностей. Есть книга, есть и модель. По Zero полно предложений. Но я в свое время выбрал модель от фирмы Эдуард в 48 масштабе. А6М2. Дата выхода 2021 год. Внутри имеются инструкция, литники с деталями, фото травления, декаль и набор окрасочных масок. И этого достаточно, чтобы качественно собрать модель. Итак, коротко и по существу. Литник с фюзеляжем. Фюзеляж состоит из двух частей. Есть отличная расшивка и прекрасная клепка, что не может не радовать. Руль направления отлит отдельно от киля. Стабилизатор. Руль высоты отдельной деталью идет. Интерьер кабины пилота проработан превосходно. Литник с крылом. Две верхние плоскости и одна нижняя. Также имеется клепка и расшивка. Движимые части крыла также отлиты отдельно. Есть проработка низ шасси. На следующем литнике живут два варианта двигателя. Детали интерьера кабины. Два пулемета. Не стволов пулеметов, а прям два пулемета. Кресло пилота. Привязные ремни есть фототравленые. Два вида приборной панели. Одна лысая для установки фототравления, вторая с обозначенными приборами. Для нее есть декаль в наборе. Винт трехлопастной, выполнен в одну деталь. Два варианта кока имеется, один из них не используется. Два варианта колес, одни также не используются. Колесо выполнено в одну деталь. Диски отлиты отдельно. Имеется подвесной топливный бак. Одна бомба. Стойки шасси. Есть еще две маленькие, ну, видимо, 60-килограммовые бомбы, но тоже не для этой версии. Щитки створок шасси.
Литник с прозрачными деталями. Фонарей аж 4 варианта, 3 из них не используются на этой модификации Zero. Фонарь на модели можно сделать открытым, можно и закрыть. Плата цветного фототравления. Есть детали на приборную панель. Много деталей для интерьера кабины. Есть и привязные ремни. Набор окрасочных масок. Декаль на 5 вариантов окраски. На данном листе опознавательные знаки и приборная панель. Техничка напечатана на отдельном листе. Инструкция, ну, великолепная. Цветная, глянцевая бумага. Инструкция очень толстая. Есть описание прототипа, есть содержимое набора. И подробные шаги сборки также есть. В конце схема окраски модели и нанесение декалей. Как я уже и говорил, 5 вариантов предлагает нам производитель. Каждый вариант с подробным описанием прототипа. На последней странице схема нанесения декалей с технической информацией. И на этом все. Купить модель, да и купить книгу на нашем сайте пока вы не сможете. Но буду надеяться, что скоро это будет возможно. А вот очень много всего другого вы сможете купить. Сайт наш i-modelist.ru. А на этом я с вами попрощаюсь. До скорой встречи. Ваш я-моделист и я, Виталий Новиков.